Тоненьких нет, у нее вообще ни одной штуки, очень маленькие. Оно совсем не высохло, не то чтобы совсем, пока форму клея не превратилась густого, лучше пока она жидкая собирать. Поэтому только нанесли, через 5 секунд уже можно убирать. То, что не встречается скребком, пробуем убрать салфеткой. Как обычно, клей скатывается. Самые труднодоступные места — это вот где мы как раз накрыли. Сейчас будем это снимать и уже аккуратно, без химии, удалять. Накрывается, чтобы не повредить обшивку. Я, конечно, не знаю, как она влияет на пластик. Но чтобы никаких пятен, точно ничего не было, лучше накрыть. Конечно, можно было сделать мыльным раствором. Или еще кто-то знает способы. Но в данном случае мы тестируем скотч-ремовер. Надену на нее вот так вот. После того, как сняли, можно аккуратненько вот так вот салфеточку подложить и оттуда вот вычищать. Вот она все вычищается. Ну что, вот так вот у нас получилось. Все отлично. Сейчас с обратной стороны протру, и все готово. Серега, вот этот? А что, его надо было завязать?
она вылезет, пусть она сама разбирается.